Самое удивительное, когда мы прошли вот ту башню, и я увидела эти горы, спросила, пойдем, нет? А мой проводник говорит, ну, мы туда не пойдем. А потом сюрприз мне устроил и теперь повел. И вы знаете, у меня такой сейчас прилив энергии, я прям ощущаю, как сердце раскрывается, и в меня вливается эта энергия гор, и моя молодость пробуждается, я ощущаю, как каждая клеточка наливается энергией любви, и мой дух жизни во мне. Воу! Я бы, конечно, громко закричала, но проводник мне говорит, от звуков может образоваться лавина, а нам этого не надо. Ну вот, передаю вам красоту и энергию. Вот там далеко видно. Так вот, может, мы туда и дойдем, не знаю, как проводник скажет.